Канди, потащи сам давай. Все, Вован тут озаботился. Ребятки, всем привет на канале Пиратская жизнь. Ой, Вован хочет тут найти, понимаешь, для себе жилетку. И что, ты теперь не нашел? Что-то там. А где-то там должна быть. Вот эти штуки, которые... Во, тяни. Давай посмотрим наше богатство. О, смотрите. Та-дань. Та-дань, та-та-та-та. Что у меня там все слазит, блин? Да-та-та-та-та. Все у меня слазит. Я не помню, где твоя куртка. Где-то она мне подписана была. По-моему, она вообще сдута. Где-то вот тут вот даже. Что-то какая-то вся взъерошенная. У меня, вон, смотри, видишь, это вообще надулось. Вот эти пакеты почему-то ни хрена не держат. Так они не вакуумные. Так, сверху твоя синяя куртка. Это что такое? Я не помню, что такое. Нет, по-моему, не то. Вон, смотри, видишь, она опять надулась. И вот смысл ее вообще. Это нормально, что держит. А что такое? А я хрен знаю, что такое. Это может он и есть, кстати. Нет, это не он. А что же это? Видишь, этими полосками, видишь? Нет, это не он. А что же это может быть? С молнией. Ну, ничего другое. На, убирай. Нет, это не он. Я там по-другому выворачиваю. Хотя где-то вот здесь вот, если есть, то вот здесь вот. Вот она. Вот она. Вот. Вот, вот. А вообще ты хотел одеть ту куртку, блин, этот. Вот на, теперь вешай. А вот это надо, кстати, будет достать потом и опять надуть. Вон сколько добра. Вон, кстати, сколько добра. О, видите? Да, с Турции отовсюду. Вон, видите, вот эти, кстати, штучки вот сейчас заказали. Надо сейчас еще новые бросить, раскидать. Чао. Немножко сдулся. Да это нормально. А тата видел, прям вообще надулась. Ну, а сколько висит-то уже? Вон, смотрите, халаты всякие, постельное белье. Он раз, два, три. Вон, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Халаты такие, костюмы. Жесть, еще тут что-то. А, это эти, занавески. Еще он тут вон. Вот так вот, что не пропадем. Я говорю, если что, откроем этот распродажу. Да? Все, куртку хочешь одеть? А ты на это прям хочешь одеть, что ли? Да. Ты не замерзнешь? Там 3 градуса всего лишь. Так это теплая. Я что, я одеваю? Чтобы руки-то этого достаточно. А то жарко тебе? О. Еще нормальный красавчик. Опускай эту фигню. Сейчас пойдем, надо будет в вазоне забрать, короче, сахар. Вот, и этот. Все. Кстати, так классно, что мы тогда заказали все-таки с ящиком. Мне прям вообще... Да. Могли ведь вообще без ящика заказать. А сейчас с ящиком заказали. Туда прям вообще, прям вся жизнь туда влазит. Только моль там как-то вот. Она бьется. Ну что, сейчас туда раскидаем. На каждый квадратный сантиметр по одной пластинке. И все. Жарко тебе уже, да? А я уже тоже, кстати, даже подстанники не надела, но я под эти, под джинсы тоже жарко. Там вообще. Здесь надо где-то пол вниз, то, что она здесь тоже. А куда ты здесь повешь? И что она будет? Вот, понимаешь, и как вот она будет? Вот аура вот такая розетая. Да. И что? Уж если вешать, тогда вот сюда, вот по центру. Ну какая разница? Ну просто я не думаю, что... Она, наверное, должно быть как-то в закрытом вот помещении, вот эта штучка висеть. Только. И вонять-то, нет? Нет. У нее одна штучка на 12 квадратных метров. Ну, здесь меньше. Конечно, меньше. Ну как-то вот они откуда-то вот лазят. Такое ощущение, как помнишь, мы когда вот здесь меняли-то? Да. Они аж прям жрали... Тебе это... Они жрали аж прям вот этот вот. Да. Ковер, ковролин. Причем, когда убрали вот эту вот старую стенку, там прям, представляете, прям ковролин, они прям вот... Ползали собаки. Жрали. И жрали собаки, да. Собаки. Не знаю, уже везде нараскидали вот эти штучек. У меня одна женщина писала, говорит, там, по-моему, лаванда очень хорошо помогает. Я вот лаванду вижу. А я, кстати, даже не знаю, где лаванду взяли. Причем вот лаванда, как я поняла, они должны быть как веточками. Да. То есть такая вот, ну, засушенная, что ли, что-то такое. Сушеная, да. Вот. Так что такие дела. Сейчас он сидел в комментариях. Там одна женщина пишет. Неправильно вы говорите. Не новые новости, а как-то там по-другому назвала. Я говорю, знаете, сейчас мир катится тар-трары. Как говорится, знаете, тут не до правильных словесных выражений. Когда, тем более я всегда как-то, ну вот,
изъяснялась так, что неправильной русской речью. Уж извините, я не образованная, да. Но, понимаете, в наше время словами сыт не будешь, да. К сожалению, сейчас вот зарплаты, как говорится, остались на старом уровне, а цены новые, вот. И то, что вот мы сидим сейчас, ругаемся с какого-то слова, не, это цены бред. Растут, а да. Зарплат повышают только официально. Бюджет, но да. По сути, да. Официально и черное, только черное уменьшается, да. А зарплаты... Премия уменьшается, да. Вот в итоге было 20 то на тысяч, то и повыходит. 10 официальные. 10 у тебя черные. Да. Стало не, блин, 10 официально, а 11, скажем. А 9. Так что, знаете, словами сыт не будешь. И сейчас иди... Я, конечно, понимаю, то я признаю, у меня не всегда правильная русская речь. Но я никогда не претендовала на звание там, какого-то оратора, знаете, с филологическим образованием. И очень, знаете, странно. Это вот на каких-нибудь каналах, там, знаете, каких-нибудь вы можете там. Где там преподносят русскую там классику. Ну, в общем, не знаю, как это сказать. А у нас обычный канал, обычная жизнь. Сейчас обычная вот... русская речь. Обычная русская речь. Причем, знаете, так говорят 90% россиян. То есть неправильно. Зачастую мы сами не знаем свой язык. Слова, да. Заимствованные. Слова заимствованные, да. А уж сколько у нас разных, извините меня, словоражений, жаргонов. Это вообще, это жесть. Сленга. Сленга, да. То есть, которая даже непереводимая русская речь, помнишь, как в фильмах? Да. Непереводимая сложная русская речь. О, полетела. Вот она гадина. О, лови собаку. Во, видишь? Давай. Мама, такие были аплодисменты. Мелкая, откуда ты выдала? Я тебе говорю, может быть, из того, вот мы сейчас это разворошили? Не знаю. Может, здесь... Делать. А как вот их вообще поймать-то? А я, знаешь, что-то проснулась, у меня это... искать, где у них гнездо. А где? Офигенно. Где, знаешь, живут? А нам же Василек поставляет, там все натуральные материалы. Там это хлопок. Они хлопок жрут? Да. Жрут. Вот, а они все натуральные материалы жрут. Они все материалы жрут. Шубы всякие эти, у меня шубы мехи. Меха. Меха, прочее, шерсть. Вот это вот из шерсти же идет, тоже жрут. Листок. Процентную шерсть тоже жру. Так, мне это брать? Да все бери, господи. Ой, пойдем сейчас, короче, прогуляемся, заберем все на Wildberries, заберем на... Так, ты номер запомнил, 151, да, по-моему, там забрать? Вот, на Wildberries сейчас надо брать, на Озоне. На Wildberries у меня сахар, на Озоне у меня антимоль. 3 штуки я заказала, кстати, по 93 рубля, девочки, очень недорого. Вот, так что, знаете, словами сыт не будешь. В наших словах, в наших реалиях. Сидите докапываться за каждое слово. Ну, ребят, ну не включайте зануду, а. Ну, пожалуйста. Господи. О, правильно, красавчик. Ай, Вася. Ну, Вася. Ну, прям, ладно. Крас. Ой, Вася. Ой, какого красивого дядечка нам занесло. Ой, не могу. Ой, не могу. А ты решил все это почистить? Правильно. Пошли мы. Тут он, видишь, микроволновку заказал. Подожди, дай его. Сахарчик. Вот все. И теперь с сахаром. Здесь как 2 мешка сахара. По 25 килограмм. Все. А видишь, она как это раз и все, исписалась. Нормально. Не, ну карта там привязана. Ну, если ты привязал карту, значит, позже списался. Ну, странно, что я на сайте не могла. Оплатить. А что ты не поглядела? Чего? У тебя оплачено, нет, там сколько суммы? Там 1324 рубля. Это какая карта? Не знаю, по-моему, халяк. Ну, погляди по этим. Не, ну мне только что пришло, она списала. Нормально все. Транзакции. Все, хорошо списалось. Я просто говорю, удивительно, что я на сайте обычно оплачивала и сразу получала. Ну, у них там проблемы были. А сейчас, видишь, да, у них же их, по-моему, взламывали или что-то такое. Пытались. Wildberries. Да, вилка тут микроволновку заказал. Бегом скорее. Пока что продаю. Отлично. Ну да. Все, сейчас мы уже идем в этот Озон. Озон. Да, упаковка. Здесь еще маски не отменили. К сожалению. Нет бы хоть как в Москве. Москва. Здесь не отменили. Все, как раз. Красиво. Давай. Ну, наверное, больше было сказать, да? Вот. Сколько? 3 штуки.
Гастрюля. Упаковки сколько? Две? А, четыре подвески. Четыре подвески. Ну. 12. Ну, нормально. Вот. Бумажные подвески. Ну, как вот те, которые у меня сейчас там лежат, точно такие же. Они прям вешаются. Хочешь на вешалку вешать, хочешь вешалку, так кидать. И кашемиры. Да. Инсектицидные. А они будут еще жрать где? Это и подыхать. А, они типа они это тоже жрут? Да. И это специальные средства. Да. Ты что, пизда? Инсектицидные. Так, мы решили пойти проверить сахар. Не, просто я там видела, народ стоял. А? Все, не стоит больше? Нет ничего? Ничего нет, вода есть. Не, ну здесь так что стояли люди. Муку зато привезли. О, есть, есть сахар! Сахар, сахар, ребята, сахар, сахар. Сахар! Сколько? А, нет, 5 килограмм, 364. Охренели вообще. 73. Сахар! Ой. Чё, блин, сахар разбазариваешь? Ой, да. А вот это не сыпется? Подожди, я даже не сфоткаться. В общем, вот видите ограничения. Сахар 5 кг одну штуку можно взять. Сахар 1 кг 3 штуки. Рис 3 штуки. Мука 3 штуки. Крупа гречневая 3 штуки. Соль 3 штуки. Ну вот, есть по 78,39. И типа это выгодно. А 5 кг здесь еще был какой-то, видать, 3,64. Ну, уже, знаете, я первый раз за 2 недели вижу сахар. Это уже здорово. Так, это что такое? Ой, это у нас еще кокосовое молоко, что ли? А, это масло. Ну, кстати, вот эта фирма очень популярна в Таиланде. Это кокосовое масло. Я прям вспомнила, как раз вот были вот эти вот, чисто тайская штучка. Вот. Мука есть. Видите, мука появилась. Муки, кстати, вообще полно. Кстати, почем сейчас мука у нас? 89. Вот, мука селяночка 51. Нижегородская. Вот это вот 2 килограмма 89. Ну, кстати, нормальная цена. Хорошая цена. Нижегородская. Я вот такой, кстати, беру. 50 рублей. Я не помню, кстати, почем брала, но я прям перед масленицей брала. Ну вот, ну, все, сахар есть, появился. Ну что там, нашел, что хотел? Там импортозамещение. Импортозамещение? Подожди, а гречка? Мне говорят, гречка очень дорогая стала. Где у нас гречка? Есть она вообще? У нас есть такая вот такая. А это рис, рис. Что-то нету. Сейчас пойдем проверим, пробьем. Почем такое вот я добрала? Не понравился. Так, что там? А, сейчас подожди. Пробьем. О, а здесь что-то пусто. И что? 80 рублей 49 копеек. Нормальная цена, в принципе, за гречку. Ну, конечно, не самая дешевая, но нормально. Вот, еще раз. Что, раз? Два. А вообще адреналин нету? Нет. А вы не знаешь, где есть акция? Пойдем, я тебе покажу. Что, ты хочешь вот это, да? А вот это импортозамещение вот два. Ой, да ладно, возьми вот это вот, который вот этот вкусный. 49. Только из холодильника иди возьми. А это, кстати, почем? Маленький. Не написано? Пробей, да. Нужно пробивать все. Пятерочки. Акции 64. 64? А вот возьми две баночки, все. Сколько они? 64. А сколько там объем? 0,33? 250. 250? Да. Точно 250. Ну вот возьми 250. Две штуки, все. И вот и выпьем каждому по штучке. Кстати, получается даже выгоднее. Ну, кстати, много полок пустых. Ну, порошок, кстати, не было. Порошка появился. Правда, по новым ценам, но появился. А вот такой мы как успели купить-то за 200 рублей вообще? Я прям удивляюсь. Ох, за 200 рублей взяли. Вот так. Что? Шкрыл удаления. Да не надо, у меня есть такой. Да, пока еще есть. Угу, а у тебя тоже есть? Сильдбэнк есть, да, я так заказывал. Заказывал. Нет, это пока все есть. Акция. Да есть у нас, мы взяли тогда, ну. У нас 4 штуки уже. У нас все есть. Все, это попахивает разводом. Прикиньте, вызвали такси за 86 рублей. Он должен был ехать до 7 минут. Потом показывают, что типа машина подъехала вообще, когда она была в другом месте. Потом раз закончилась поездка и написано, что типа закончено. Вот, смотрите, спасибо за поездку. Нормально так? Подача. Причем даже не туда. Пути 0 минут. Пути 0 минут. Завершено. Завершено. Стоимость 86 рублей. Они не офигели, понимаете? Как-то это охреневший. Ситимобил.
Да, прям вообще нормально. Так, поездка завершилась за одну минуту. Вообще обалдели. Вот так вот. Сейчас вот видите, как в Ситимобил разводят вообще. Они вроде как уходят, а вроде как приложение у них действенное. И видите, как просто разводят. Поездка 0, написано 0 минут ехали. Он даже не успел приехать сюда, куда мы вызывали. И все, и деньги с карточки списали. Мы сейчас написали службу поддержки, не знаю, что они ответят. Так что, ребятки, имейте в виду, если тут кто-то... Опять про вакчатею сторону. Ну, вообще пипец вообще. Потому что, ребятки, ни в коем случае сейчас, назад, пока у них вот эта вся хрень... Это хорошо, что мы... 113 уже. Да пошли они в жопу вообще. Деньги вызови Яндекс. Яндекс хотя бы работает. Вообще. Вроде как уходит, так и закройте там приложение. А видите, как таксисты поступают? А ты еще обрадовался. Ой, машина какая нам крутая. Видишь, какой я разводила, блин, крутой. Взял такой? А разве они так могут делать? А он даже сюда не доехал. Рейтинг низит. Он сейчас даже нам должны деньги вернуть, нам прошлый раз-то все вернули. То есть там да, видно даже там по передвижению даже видно, что он даже сюда не доехал. И сразу завершилась поездка. Нормально так. Вообще охреневшие. Люди уже кидают, блин, на 86 рублей. Представляете, кидают на 86. Ничего не пишут. Типа вот вам в течение 3 дней будет принято решение о возврате денег. Вообще обнаглевшие. Водитель не должен был так поступать, ля ля поля. Он даже сюда не приехал. Он должен был приехать через 7 минут, а он, находясь где-то там, закончил поездку и типа записались деньги. Вообще нормально. Вообще работают. Уходя, уходите, блин. Закрывайте и все. Короче, удачи. Приложение и все. Деньги вернут и больше нафиг им пользоваться. Девочки, осторожно все вообще сейчас пользуйтесь всяким Ситимобилом. Они вернут. Но смысл в том, что вот они вот так вот сейчас просто кидают на деньги. Смотри, что пишет. Заказ будет отменен, а деньги вернутся на карту. Стандартный срок рассмотрения 3 дня. Но, как показывает практика, мы довольно оперативно решаем такие вопросы. Постараемся вернуть с ответом как можно скорее. Вообще пипец. В течение 3 дней возвращаются деньги. Причем вопрос, как он мог завершить поездку, даже не доехав до этого. Это что, вот так вот они могут просто кидать людей? Ужасно. Служба поддержки там написала, что типа все, мы вернем, не переживайте. В течение там 3 дней, ля-ля-ля. Действительно, нет. Водитель не совершал поездку, что они там писали. Типа, сейчас раз. Быстренько рассмотрят и свяжемся с вами. Да, да, да. Не, ну они написали, что действительно водитель не совершал поездку, там прямо они признали. Угу. Что они видят по карте, что он никуда не ездил. Скрины скинул, блин. Да, и сразу они такие, ой! Ой, сразу и на попятную. А то думаю, плохо нашли. Причем, кстати, знаете, у нас с этим Ситимобил уже второй раз. Такая подобный случай. Только да, было год или два назад. Это месяц. Да. Нам тогда какие-то бонусы дали. Там дошло до главного менеджера. Да. Это все. То, что эти заортачились. Что ж типа, поддержки. Вас там ждала машина. Да-да. Ля-ля-ля, блин. На соседней улице где-то. А. Говорю, все, да, короче, я что, вызывал на соседнюю улицу где-то. О, кстати, еще ярмарка работает. Мы успели. Мы уже забыли. Ну, почти. Ну, все, короче, ребята, они уходят от нас. Мы сейчас с парнем ехали, тоже переговорили. Он говорит, ну, бывает. Ситимобил уходит. Он говорит, Ситимобил уходит, вот видите, как они... Остается монополист да. Яндекс. Монополист Яндекс. В общем, кстати, сказали, Uber это тоже Яндекс. Мы купили их 5 лет назад. Да-да-да. Сейчас нужно осторожно. Везде разводят, на деньги кидают. Хорошо. О, смотри, вот ярмарки, кожа тут у нас, такой есть ремни, да, а уже закрывается, казачка, ну все, просто посмотреть, надо как-нибудь, да, из льна, да, девочки, Зара закрылась, прибегайте сюда. Покупайте. Обувной. Одежда, юбки, девочки, юбки. Не, нам тут, знаете, за 86 рублей, как говорится, ни к селу, ни к городу, это меньше доллара. Ну, просто сам факт, неприятен. Типа, вы охренели. На кого батон крошите? Вам главное такой, по понятиям, слышь, а сейчас в Роскомнадзор пожалуюсь. Мне кажется, они там поржали. Мне кажется, насчет Роскомнадзора они поржали. Мы все равно уходим, им как-то пофигу. Нет, неприятности могут. Сейчас вот девочка поговорила, говорит, у меня уже был такой случай, он говорит, что
вообще за мной машина не приехала, но по карте показывала, что она как бы ездит уже со мной. Полчаса, говорит, ездил. Говорит, я пишу. Оказывается, вот так вот. Скрин делаешь, что она не подъехала. Тик тебе и отсылаешь. Это вообще жесть, представляете, что творится. Что-то как-то не херово. Причем, кстати, то же самое. В общем, уходи. Имейте в виду, я вас предупредила. Даже если они сейчас пока что работают, у них приложение вызываются, но имейте в виду, вы можете просто потерять деньги. И нервы. Да, здесь какие красивые. С пряжками. С пряжками, видишь? Какой новый? Мы ставим, можешь сами делать. Но они каждый раз приезжают. Красивые эти пряжки. У тебя сколько там? У тебя, по-моему, два ремня уже таких есть, да? От этого мужчин. Да. Три. У меня еще один синий. Один с кораблями. У тебя с кораблями один синий? Один прям синий, черный. Такой джинсовый. А-а. Это темный такой по джинсу. Ну, красивый. Еще один такой. Видишь, короче, три. Тут разные. Вот купили, короче, ремень за 2500. Подарок отцу Вовы. Завтра вот. Мы до обеда. Можно я работаю? Вот это. Смотрите, какая пляжка красивая. Это прям латунь, да? Бронза. А, бронза, да? Лицо. Какой красивый. Кабанчик. Да, кабан есть и медведь. Ну, смотрите, как красиво. Ну, все. У всем в подарок. Это тоже еще ничего. Вот. Какой? Это ВМФ, вот он в развернутом виде. Вот есть стилизованные танки оружия Победы РКК. То есть она есть оригинал 50-ка и 40-очка вот такого плана. Угу. Вот. ВМФ. Это те, кто надо под World of Tanks, да. World of Tanks, да. То есть, это конгресс фотографии Второй мировой войны, это масштаб 1,95. То есть, вот, допустим, КВ-2 и Т-60 вот в таких пропорциях. А это прям бычья кожа, да? Да, это бычьи насосы. Тоже такая же. Бычья кожа, она только потоньше немножко там. А вот она вот эта старится, именно вот шлифуется, это бычья идет. Вот она, в простом виде. Толще только. Морской. Сейчас мужик смотрел, убирал длинный ремень. Обычно. Ну, это на них резать, как на доске можно. Да? Да, вот вы показали чего. Ну-ка, давайте покажем. Давайте, да. Вот это ручная резьба, это вручную все режется. Без карандашной подготовки это день на ремень уходит. Прям вообще, прям, прям картина прямо. Да, причем это тут ни карандаша, ничего, это сразу режется. А, это то есть это прям скрипками, да? Вот как красиво. Это, кстати, это промысел Богородской резьбы, он тоже... состав промыслов с 13 века. Оно не так раскручено там, как очень городецкая красиво. Роспись, ланская, но вот у нас музей Богородского. Прям вот даже, знаете, прям искусство какое-то. Ну, прям. Это вот художественный промысл, ручное выжигание, Ну все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Как говорится. А когда в следующий раз, когда следующая ярмарка? Она, я в графиках ее на этот год не видел. Ну, на каких-нибудь, наверное, будем. Так-то обычно в сентябре еще Нижний Новгород, но пока вот я в графиках не видел. А вот маленьких у вас таких нету вот? Этих вот. Чего? Митинги, что ли, вам? Без пальцев? Да. Да. Без пальцев? Тебе это на мопед? Штурмовки. Ой. Так, еще какой размер-то? У меня, по-моему, 9,5. Ты хочешь поменьше, что ли? Два размера. Только один размер остался, только они разного исполнения. Ну, они, боюсь, вам... Ну, померяйте, у вас ручка-то маленькая. Ну, да. 23-й это не очень большой. Ты что хочешь? За рулем, да. За рулем, да? А я вот за рулем, да. Чтобы не скользил руль. Нормально. Мой. Это а сколько они такие стоят? Сколько они стоят? 1600, да? Вот третий. У нас тоже. Че, надо тебе? Велосипедист. Надо тебе? Взять? Они потом легче будут сниматься, они по руке сядут. Да, я знаю. Тебе взять их? Ой, типа мне не надо, но если вы так настаиваете, да? Если вы так... Деньги уже вернули за такси. Ха-ха-ха. Че, уже пришло? С извинениями. А еще извинениями? И возвратом денег. Вот так вот, уже деньги вернули. Вот так вот, надо с ним ругаться, а не принимать, что понимаешь. Ой, ла-ла-ла. Короче, это все, деньги вернули. Хоть и уходит, но проблемы. Да. Вот у этого мужчины, вот у них здесь ярмарка, очень хорошие ремни. Вовчику. Ручная работа. Да, ручная работа, они очень красивые. А вот, и действительно, мужчине в подарок будет шикарно. Они плюс долго носятся. Вот я взяла отцу Вовы в подарок ремень. Вот, плюс Вовка, там вот. И это,
тематические есть. Да. Лес. Плюс еще этот. Там кто это любитель танков. Да. Плюс еще этот. Как его взяла эти кожаные штучки. Будешь там на мопеде, на мотоцикле. Так, ну а поцеловать жену любимую, родную. Чего? Как то? Это только ремень. Ну, знаете, девочки, ну хочется как-то даже в такие дни делать людей счастливыми. Если человеку нравится, если человек хочет, почему бы не сделать приятно? Тем более... Ну, поддержать отечественного. Да, и, кстати, вот как он сказал, спасибо, что поддержите отечественного производителя. А мы за отечественного производителя. Так что все, мы поддержали. Все, в общем, все хорошо, что хорошо кончается. И, как я всегда говорила, добро и правда восторжествует. Все, мои хорошие, люблю, всех целую. Увидимся в следующем выпуске. Всем спасибо, всем пока-пока.